Джеймс, не сразу вас узнала. Простите, мы знакомы? Николь Хантер, для друзей Ники. Николь Хантер? Вы ведь ювелир? Для кого-то я просто тусовщица. Рад встрече, Николь. Не опоздайте на рейс. Вообще-то я от М. Заманчивая и приятная неожиданность. Поехали? Машина вон там. Неплохо. У друга взяла. Сядите за руль. Мне спокойнее, когда ведет мужчина. Что вам известно о Померове? Ой, он бабник. Но для русского олигарха очень мил. Нефтяные скважины, алмазные копи, личный Боинг 737 и, конечно, весь отделан золотом. Вы встречались? В этом мире всего 6 мужчин, с которыми стоит встречаться, и с половиной из них я уже знакома. Поверните. Ладно. Если без шуток, он поставляет химикаты для обработки золота и серебра, которые нужны мне для работы, и он предложил мне открыть бутик в его новом казино в Монако. Он купил казино? Угу. Это еще одна модная фишка олигархов. Как жена-супермодель. Итак, я убедила его отложить вылет в Сибирь. Там он держит жену, чтобы она не спустила все его деньги. Встреча в переговорной. Вам хватит времени, чтобы проникнуть в его кабинет и взломать сейф. Отлично. А как вы... Попала в постель к МИ-6? Можно и так сказать. У меня же идеальное прикрытие. Показы мод, бутики, фотосессии. Я езжу по всему свету, не привлекая подозрений. М вас нашла? Не совсем. Как это не совсем? Ну... У меня была одна небольшая проблема с налогами. Небольшая проблема? И еще с таможней. Партия бриллиантов. Вот значит, как девушки из высшего общества попадают в МИ-6. Да, Джеймс. Но поверьте, когда надо, я могу быть здравомыслящей. Высадите меня у входа в казино. Надо привести себя в порядок. Отправлю вам сообщение, когда он соберется уходить. Прекрасное завершение для идеального вечера. Когда-нибудь бросал монетку на желание? А зачем? У меня уже есть ты. Здесь так красиво. Посмотри. Это идеальное место для меня. Фейерверк изумительный. Джеймс, все в порядке. Померов уже идет ко мне. Так, я иду через сад. Включите жучок. Хочу знать, где вы. Секунду. Все, включила. Так. Теперь вы отвлекаете Померова. Если он что-то заподозрит, поднимет тревогу в казино. Это ясно? Спокойно, Джеймс. Я умею находить подход к таким, как он. Отряд «Браво», где вы? Это «Браво», сектор 14-Б. Альфа, готовы заступать на пост? Вас понял, Чарли сдает пост. Смотрите в оба. Сегодня приказано патрулировать парк. Вас понял. Командиры группы, убедитесь, что все на своих местах.
Следите за территорией. Сегодня праздник. Пьяные туристы могут попытаться сюда залезть. Есть, сэр. Вперед! Докуривайте и начинайте патрулирование. Сэр. Происшествия были? Нет, выходи. Странно, что Померов сегодня поднял столько людей. Что так спокойно? Померов достиг таких высот, потому что не любит риска. Может, это как-то связано с китайцем, с которым он встречался? Говорят, встреча прошла неважно. Это тебя не касается. Твое дело следить за парком. Джеймс! Джеймс! Померов не пришел. Что делать, если не появится? Действуем по плану, Николь. Ждите. Он может опоздать. Вы должны сыграть свою роль. Ладно. Я постараюсь. Мне пора. Доложите обстановку. Отряд «Браво». Закончили осмотр сектора 12. Все тихо. Вас понял, «Браво». Отправляйтесь патрулировать сектор 3. Вас понял. «Браво» в секторе 3. Что? Ваше местоположение. Отряд «Дельта» на месте. Пост в секторе 2. Отряд «Браво», где вы? Это «Браво», сектор 14-Б. Ложная тревога! Чарли, где вы? Чарли движется в 5-С. Охраняем периметр, происшествия не было.
Браво, отвечайте, где вы? Браво, в секторе 12 лет. Все тихо. Браво, доложите обстановку. Отряд Браво. Закончили осмотр сектора 12. Все тихо. Вас понял, Браво. Отправляйтесь патрулировать сектор 3F. Вас понял. Браво в секторе 3F. Уходи. Дельта, точку на полу. Отряд на месте. Пост в секторе 2. Отряд Браво, где вы? Браво, сектор 14-Б. Чарли, где вы? Чарли движется в 5-С. Охраняем периметр, происшествий не было. Браво, отвечайте, где вы? Браво, в секторе 12-Ф, все тихо. Ладно, сейчас докурю и уйду на перерыв. Смотри, не перетрудись. Видел новую помощницу босса? Да, быть русским миллиардером не так уж плохо. Тут кто-то есть? Итак, Николь, я в казино. Отвлекайте Померова, пока я буду искать. Хорошо, Джеймс, но... Так, вот он.
Мне нравится, как вы тут все увидели. От вас приятно услышать похвалу. Я буду у вас эта картина. С ума сойти. Я мечтала приобрести ее. Но владельца сказала. Это залог, скажем так. Их сынок проигрался в бакару. 007. Чтобы открыть этот замок, вам нужен код. По всей видимости, он разделен между тремя охранниками казино. У каждого находится лишь фрагмент. Их расположение у вас на смартфоне. Просканируйте их карты доступа, соберите код и войдите в лифт. Большие шишки. Говорят, сам Померов будет играть. Сам знаешь, он помешан на безопасности. Ну, понятно. Один есть, 007. Еще один бонд. Все, 007. Теперь у вас есть все данные для доступа в лифт Померова. Thank you.
знаешь, вы-то лучше всех понимаете меня, Виктория. Чтобы сорвать жидкость, нет риска, нет и денег. Что это? Ваш счастливый билет. Серьезно? Вполне серьезно. Этот замок вы взломать не сможете. Другая система. Найдите иной путь внутрь. Да. Пусть вы-то лучше всех понимаете меня, Виктория. Чтобы сорвать жидкость, нужно решиться сделать так. Взгляните на цифры. Мне кажется, это очень привлекательное предложение. Ночью все привлекательно. Но что будет при свете дня? Степан. Сколько, Николь? Уж вы-то лучше всех понимаете, милый Степан. Чтобы сорвать джекпот, нужно решиться и сделать ставку. Нет риска, нет и денег. Что это? Ваш счастливый билет. Серьезно? Вполне серьезно, Степан. В чем была цель исследований? Я же сказал, мы изучали сибирскую язву и черную оспу, чтобы создать вакцины на случай применения биологического оружия. Что? Только вакцины? Не искали возможность боевого применения вирусов? Нет. Нет? Тогда почему материалы зашифрованы? Я объяснил. Я работал дома. Говори, какой пароль к флешке? Дай мне ключ к шифру. Хватит! Не надо! Я скажу! Это мой телефон! Мой номер! Спасибо! Не пускайте его! Ответ у нас! Кто в кабинете? Николь, где вы? Я снаружи. В чем дело? Казино закрыли. Быстрее подгоните машину ко входу. Что вы задумали? Есть идея, как выкрутиться. Нас потеряли!
Джеймс, я в машине перед казино. Где вы? Я уже иду. Готовьтесь ехать. Вот, сухой, как любите. А что у вас? То же самое, как вы. Не люблю дамские коктейли. Бонд, слышите? Да, Эм, слышу. Николь, вы позволите нам с агентом поговорить с глазу на глаз? Я должна быть уверена. Конечно, разумеется. Мадни, что удалось найти? Мы перевели все документы, которые вы сфотографировали в офисе Померова. Большая часть из них — это счета на поставку сложного химического оборудования на старую фабрику химикатов в Сибири, где Померов недавно запустил производство. Все сходится. Они пытали Тедварда, ученого, чтобы он выдал им свои формулы. Он работал над вакциной от сибирской язвы для солдат. Хороший материал для создания этого оружия. Этого мы опасаемся. Нет, этого опасается весь мир. Отправляйтесь туда. Вы должны остановить Померова. Возможно, мисс Хантер поможет вам это устроить. Я с ней поговорю. Хорошо. Удачи, 007. Вы закончили? Мне нужно на сибирскую фабрику Померова.
М считает, что вы можете помочь. Нужен самолет, транспорт на месте, связной и... Стойте, стойте, не так быстро. Мы с Померовым еще обсуждаем бизнес-предложение. И под этим прикрытием мы с вами легко попадем на фабрику. Разве мы? М просила помочь, не сопровождать. И как же иначе я дам вам шанс посетить Сибирь? Любопытно. Есть у кого одолжить самолет? Соедините меня с Рудольфом. Я даже не удивлен. Вам понравится. На борту душ, винный бар и огромнейшая круглая кровать. Да, подожду. Что? Почему вы так смотрите? Кровать и бар для вас, а я поведу самолет.